Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и я возвращаюсь к своей незаслуженно забытой рубрике «Ретро-игры». Сегодня я вам расскажу о серии Age of Empires. Вообще было три игры Age of Empires, но третья откровенно не удалась, поэтому говорить буду и показывать больше вторую часть, тем более, что первая и вторая очень похожи. Началось все, как ни странно, с цивилизации. Первая цива не только была классной игрой, но и дала миру нескольких замечательных геймдизайнеров. Одним из них был Брюс Шелли, который после выпуска Sid Meier's Civilization под номером 1 ушел из MicroProse и создал собственную компанию девелоперов Ensemble Studios. И в 1997 вышла первая часть Age of Empires. Если я ничего не путаю, по-моему, первым Олег Хожинский в своей рецензии на эту игру в журнале Game Exam назвал Age of Empires цивилизацией в коротких штанишках. И в этом определении очень много правды. У нас тут тоже разные нации, сиречь цивилизации. У них тоже есть различия. Они тоже борются за главенство в мире. Но, в отличие от Цивы, все действо происходит в реальном времени. А отсюда проистекает и меньшая глубина, и скоротечность партий, да и вообще пусть простят меня поклонники real-time стратегий, все-таки пошаговый механизм позволяет сделать игру более интересной, если хотите. Зато стратегии в реальном времени более динамичны. Если кто-то вдруг среди моих зрителей не в курсе, что за Age of Empires такая, что в принципе вполне реально, потому что первая часть вышла в 97 году, вторая в 99, а третья, по-моему, в 2000 как раз третьем, что ли. Ну, то есть давненько все это было. Так вот, все то же самое, как и в Циви. Вы начинаете в первобытно-общинном строе, практически до начала времен, потом проходите сквозь века, каменный, бронзовый, там, железный, а вторую часть немножко по-другому все это называется. Правда, без современности. Игры все заканчиваются в эпоху пороха, то есть считайте где-то на уровне Возрождения или Ренессанса. Да и выход в эту последнюю, ну, во второй части, например, это Имперская эпоха называлась, занимает примерно минут 40, так что если вы хорошо играли и дожили до конца, то партия в принципе не больше часа будет занимать. Конечно, можно поставить условия, там, огромную карту, кучу соперников компьютерных, и тогда, может быть, игра и подольше будет. Но в принципе, такая быстрая пробежка легкой трусцой от начала времен до Империи. Вообще, когда Age of Empires выходила, тогда как раз начинался бум 3D-стратегий, гремела Total Annihilation, тоже, наверное, немногие из вас помнят. А гремела тут Annihilation из-за того, что она была первой трехмерной стратегией в реал-тайм режиме. Ну, правда, не полностью трехмерной, не будем вдаваться в подробности. И, конечно, Age of Empires должна была брать геймплеем, потому что она оставалась глубоко двумерной игрой. Спрайты друг на друга налазили, мельтешили на экране. Так что Брюс Шелли вместе со своей Ensemble Studios постарался и действительно сделал захватывающее развлечение. Хотя именно нового тут только то, что была скрещена цивилизация с Command and Conquer. Тоже такая была популярная real-time серия. Из цивилизации были взяты те самые нации, а из Command and Conquer экономическая система. Когда ты ставишь в очередь создание там юнитов или рабочих, и они со временем появляются. Но тут, конечно, было много и оригинальных идей. При этом я думаю, бывшие коллеги из MicroProse, которые потом создали Firaxis и делали третью Циву, например, в Age of Empires явно подсмотрели идею об уникальных юнитах и об уникальных свойствах наций. Потому что в первой и второй Циве на самом деле нации по-хорошему только названиями отличались. Я вас лучше отправлю к моим видео, собственно, по первой и второй Циве, посмотрите их и узнаете, как оно все было. А нации в Age of Empires там не три, как в StarCraft, как каком-нибудь. И не 8, а десятки, с аддонами еще больше. Так что разработчикам действительно понадобилось заниматься балансом, и с течением времени можно сказать, что им это удалось. Конечно, есть кое-какие мусорные нации, но тем не менее, действительно, между цивилизациями в Age of Empires есть различия, и действительно, они подразумевают некую оригинальную игру за каждую из наций. Конечно, не такое различие, как в современном Endless Legend, где вообще
вообще полностью все может быть перевернуто. Но тем не менее, для конца 90-х это было офигенно. Было очень интересно разбираться в каждой нации. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. Адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. 2GIS, если быть точным. Заходите на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение для вашей платформы или операционной системы. Я не особо делаю различия между первой и второй частью, потому что, уж не знаю, к сожалению или к счастью, но Age of Empires 2 на самом деле от первой отличалась только улучшенной графикой, значительно улучшенной, добавлением некоторых наций и кое-каких не самых важных механик. Тогда это еще, знаете, выглядело немного стыдно для авторов, когда ты под вторым номером выпускаешь просто улучшенную первую часть. Сейчас это везде и рядом, стоит вспомнить только четвертый Fallout или второй XCOM. Но со второй части прошло уже, боже, 17 лет, офигеть. 17 лет, и именно в нее сейчас большинство людей и играет. Это произошло благодаря тому, что Age of Empires High Definition Edition была выпущена в Steam, собственно, как третьи герои, помните, Ubisoft делали, но с Age of Empires это произошло без лишней шумихи, зато сделано было качественно. И, например, готовясь к этому видео, я сыграл несколько сетевых игр, где меня разложили как бог черепаху. Я даже играл в командной игре, где моя команда победила, но мои партнеры по команде всячески меня унижали, писали, что за нуб пришел тут с нами играть. Это я к тому, что, несмотря на 17-летний возраст, в Age of Empires играет очень много людей, действительно. И постоянно можно найти в сети себе соперников. Согласитесь, очень удивительно для игры, которой 17 лет. Даже если не брать во внимание, что ее немножко улучшили. Вот прямо сейчас, когда я делаю это видео, в Age of Empires 2 в Steam играет 7500 человек. Для сравнения, во второй XCOM играет 8500. Разница между этими играми в 17 лет. Я понимаю, что это несколько разные жанры, но тем не менее, давайте сравним с Total War Attila. Тоже как бы стратегия, в общем-то, да? Там есть и пошаговая стратегия, и real-time тактика. Так вот, в Total War Attila прямо сейчас играет 8900 человек. А все потому, что, к сожалению, после второй Age of Empires ничего подобного, никакой вот такой цивилизации в коротких штанишках так и не вышло. Над третьей Age of Empires Брюс Шелли уже не работал. Правда, работал другой выходец из Цивы, уже из второй Цивы, из Альфа Центавра, Брайан Рейнольдс, который создал свою компанию Big Huge Games. Позвали его, видимо, потому что до этого он выпустил свою игру Rise of Nations, типа чем-то похожую на Age of Empires. Но откровенно мне, что Rise of Nations, например, не особо понравилось в то время, а уж от Age of Empires 3 ждали совершенно другого. Такое ощущение, что просто основные силы были кинуты на графику, были доступны только 6 наций, по-моему, после десятков из второй Age of Empires. Баланса не было, были какие-то улучшения такие странные довольно. И все, и с тех пор тишина. Если вы хотите real-time стратегию про нации, то вот вам постоянно выпускают Total War. Ничего и рядом похожего на Age of Empires 3, хотя бы, я уже не говорю об Age of Empires 2, не выходило. Поэтому замечательно, что вышло хотя бы High Definition издание. И оно, кстати, тоже получило довольно много негативных отзывов, но в отличие от третьих героев, в это издание играют. И это, видимо, потому что просто нету альтернативы, а негативные отзывы скорее из-за того, что народ ждет новой версии, на новом движке, с новым балансом, с новыми возможностями, а не пережевывание новшеств 17-летней давности. И уже к этой High Definition версии вышло даже несколько дополнений. На данный момент права на Age of Empires принадлежат Microsoft. Брюс Шелли говорит, что не задумывался о создании четвертой Age of Empires. А жаль, на самом деле не хватает подобной игры. Конечно, только с современными технологиями. Ну, а если вы никогда не играли в Age of Empires, или когда-то играли и хотите вспомнить прошлое, то вот рекомендую, в Steam есть High Definition версия. То есть та самая Age of Empires 2, только с графикой, адаптированная к высокому разрешению и к современным сетевым протоколам. Там люди играют до сих пор. Может быть, и в моей группе мы соберем какую-нибудь компанию и сыграем партию, в которой я буду ныть и вопить, что меня все выносят еще больше, чем в Циве, потому что тут все намного быстрее происходит.
происходит. Ну а на этом все. Вы слышали Лёшу Халецкого. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк, вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.